Молодежный форум Приволжского федерального округа Иволга все же состоится, но в дистанционном формате. Уже дан старт заявочной кампании. Ограничительные меры рушат привычные формы, но только нежелание ребят заниматься проектной деятельностью. На сегодня эта форма воплощения в жизнь своих инициатив стала самой востребованной. Эксперты рассмотрят все заявки и одобрят финансирование самых лучших. Каждая из четырех смен имеет свое содержание. Об этом говорят сами названия: «Наша победа», «Мой бизнес», «Территория для жизни», «Наука» и «Цифровые технологии». В рамках форума пройдут два грантовых конкурса фонда содействия развитию институтов гражданского общества и Федерального агентства по делам молодежи. Чтобы принять участие в форуме, нужно зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» до 20 июля 2020 года. Если заявка будет принята, зарегистрироваться на официальном сайте форума ivolgaforum.ru.